Развитие культурной сферы и актуальные вопросы от жителей. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с трудовым коллективом Никольского культурно-досугового центра «Полет». Также парламентарий посетил Старогородковскую школу. Конечно, тут всегда особая энергетика у вас. Впереди у нас учебный год. Сначала хочу вам пожелать хорошего учебного года, чтобы все это прошло успешно. Другое учреждение образования в поселке Старый Городок, которое посетил Дмитрий Голубков, детский сад номер 49. Здесь созданы все условия для развития и воспитания детей. Также в дошкольном учреждении уделяют особое внимание вопросу подбора педагогов и воспитателей. Самое главное – кадры на месте. Тоже. Хорошего вам дня. Спасибо. Развитие образовательной инфраструктуры в округе продолжает развиваться. С каждым годом появляется все больше новых школ и детских садов. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».